Если вам очень хочется где-нибудь живописно испачкать свою внедорожную технику, а заодно и посоревноваться в мастерстве, то мы нашли для вас отличное место. Совсем рядом с городом, между новым микрорайоном Парковой и поселком Маховички, уже второй раз пройдут любительские соревнования «Челтриал». Вот такого плана мероприятий и такого плана соревнований вообще в Челябинской области не было никогда, которые объединяют несколько видов экстремальной техники. Это мототехника, квадроциклы, это сайд-бай-сайд, мотовездеходы и внедорожники. Дебют этого мероприятия состоялся в прошлом году. Задумывалось все как небольшие покатушки для желающих испачкать себя и технику. А на деле вышло яркое семейное спортивное событие. В этом году «Челтриал» развернется на два соревновательных дня, где в светлое время суток непрерывно будут проходить заезды, а после участников и зрителей ждет развлекательная программа. Первым трассу предстоит обкатать самым маленьким участникам. По словам организатора, они очень этого ждут, так как в Челябинске это единственное детское квадросоревнование. Самому маленькому 4 года. Вот, очень приятно, что дети, как говорится, в теме в этой, да, и родители покупают им квадроциклы детские. Они очень хорошо катаются, иногда даже наравне со взрослыми. Уже традиционно украсит мероприятие женский заезд. Хоть девушки и более аккуратны с техникой, все равно смотреть на них одно удовольствие. Я же жена квадроциклиста. Милая, нежная. Женщина-мама. Ну а пешим любителям бездорожья в этот раз тоже найдется применение. В программу включен суровый забег, где героям на своих двоих придется осилить грязевую трассу. Завершится первый соревновательный день впечатляющим триалом, где покажут свои умения пилоты квадроциклов двух весовых категорий и спортсмены на мотовездеходах класса сайд-бай-сайд. Второй соревновательный день откроет мотокросс. По сравнению с тяжелой четырехколесной техникой, байкеры выглядят словно воздушные гимнасты. Главное смотреть и не бояться. Борьба развернется между классическими эндуро, кроссовыми мотоциклами и маленькими пит-байками. Поменяются лидеры, ну какая серьезная борьба! Далее снова можно будет увидеть квадроциклы и мотовездеходы, но уже в другой дисциплине – мудрейсинг, самый грязный и зрелищный тип триала. Завершит соревнование тяжелая артиллерия. Хоть песочница и невелика для внедорожников, но им найдется где закопаться. Всех победителей ждут ценные призы от организаторов и спонсоров. Зрители тоже смогут побороться за подарки. Например, на соревнованиях будет выбран самый оригинальный шлем, который стоит сотворить предварительно дома своими руками. Завершит мероприятие Open Air и Салют.